Для меня ЦСКА – это пример. Пример того, как нужно побеждать. Побеждать, когда тяжело и ты устал. Быть капитаном – это большая ответственность. Ты должен вести за собой не только в играх, но и на тренировках. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это Витя Хряпа забил победный мяч! Теперь ЦСКА ведет очко. Примером, ты даже в самой безнадежной ситуации можешь завести сердца партнеров и тысяч болельщиков. ЦСКА – это когда ты уверен в тех, кто рядом.